Если мы промахнемся... Мы промахнулись! О, уходим! Уходим! Как же много здесь еще очков! Всем привет, ребят! С вами Слит, и сегодня мы будем играть с вами в новую ИО-игрушку, которая называется Big Hero ИО. А перед началом ставь лайк, если любишь супергероев. И вот эти ребята попались мне в видео. Если ты тоже хочешь попасть в видео, тебе нужно писать очень много комментариев. Давайте оденем нашего героя. Здесь есть разные скины. А, есть закрытые скины. Окейушки, здесь нужно поделиться просто. А, и здесь у нас есть мумия, Бэтмен, зомби. А, кого только нету. Давайте вначале поиграем вот за этот прикольный красный скинчик. У него даже есть джедайский меч, смотрите, из Звездных войн. Круто, давайте. И напишем, что мы с вами суперзмейки. Заходим. Так, и за мной уже охотится зомби. На тебе, зомби. Ты куда, зомби? Получается, мы можем как-то ускоряться на букву D, да? Да, на букву D мы можем ускоряться, бить и, в общем-то, все. Далее нам нужно просто бить других чувачков. У некоторых чувачков, кстати, очень длинное оружие. Это, наверное, все зависит от очков. Подождите, это что такое? Вау, смотрите, какое-то большое животное убило, и мне оно дало бонусы. Вот это круто. Это какие-то бонусные животные. О, меня убил другой чувак. Блин, обидно. Не, это не дело, ребята. Мы с вами супергерои. Ой, что это? Я куда-то вляпался. Какую-то жидкость. Так, осторожно. Опа, на тебе. Отлично. Ничего себе, у нас ускорение появилось. Да что ж такое-то? Видите, когда мы ускоряемся, и вообще непонятно, что происходит. Это очень сложно сориентироваться. Все, берем, смотрите, сапожки. И мы стали очень быстрые. Ну-ка, иди сюда, Бэтмен. Так, ускоряемся. И удар. Ах ты, какой Бэтмен. Видите, как он быстро улетел от меня. Бэтмены не такие. Они сразу улетают. Да, это игра на ловкость. Здесь побежает тот, у кого быстрее реакция. Давайте попробуем выбрать другого чувачка. Давайте попробуем теперь выбрать Бэтмена. Может быть, за Бэтмена мы будем играть намного лучше. Такие зубастые Бэтмены. Бэтмен-оборотень. Вот, смотрите-ка, поймали другого Бэтмена уже. И собираем дальше опыт. Кстати, эта игрушка очень похожа... Опачки, мы топе развалили. Эта игрушка очень похожа на другую его игрушку. Если вы помните ее, то напишите в комментариях. Не помню, как она называлась. Так, а это что такое? А, это у нас магнит просто был. Мы собирали все вокруг. Да что ж такое-то? У него слишком большое оружие для меня. Почему у всех большое оружие, а у меня маленькое? Это так нечестно. Это дискриминация. Да блин. Короче, я понял, ребята. Нам нужно просто собирать много опыта. Так, иди-ка сюда. Вот и потихонечку выращиваем наш меч Бэтмена. Так что у кого длиннее оружие, тот и побеждает. Это, кстати, очень похоже на Эво Ворс Ио. Там тоже у кого длиннее оружие, тот и побеждает. Так, осторожненько, осторожненько. Только там вроде нет ускорения, а здесь есть. Пока что моя лучшая попытка — это 4 убийства и 1116 очков. Давайте попробуем побить этот рекорд. Было бы круто, если бы способности были разные у каждого чувачка. Давайте попробуем поиграть теперь за зомби вот этого. С челкой. Зомби с челкой. Ускоряемся и ударяем. Отлично. В принципе, тактика работает. Во, главное собирать вот этих чувачков с бонусами. И все будет хорошо. Отлично, отлично, отлично. Опа. Ничего себе, у нас скорость. Мы атакуем очень быстро, видите? Нужно собирать больше бонусов, и будет все хорошо. Отлично. Стоять! Я промазал! Я промазал. Ну, вроде как у нас новый рекорд. Да, ребята, мы сделали это. Мы побили свой рекорд. Мне понравилось играть за зомби. Стоять. О, топер. Минус топер. И сразу плюс 1500 очков. Серьезно. Вот это да. Ага. Теперь я понял, кого нам нужно бить. Нам нужно бить топеров. Спокойно. Ах ты какой! Так, стоять. Мистер Мумия. Здравствуйте. Опа. Вот, понеслась, ребята, просто понеслась. У нас уже длинное оружие с вами. Если мы накапливаем больше 1000 очков, то все, у нас оружие становится просто гигантское. Ага, все, и главное здесь не промахиваться. Если ты промахиваешься, это все, тебя быстро убивают. А-а-а, это что такое? Есть какое-то странное желе, от которого ты замедляешься. Опачки, бонус. Привет, бонус. Отлично. Вот сапожки, магнитик. Все собираем. Не знаю, они суммируются или нет, бонусы. О, нету, нету, нету. Я промахнулся. Фух, повезло. Вот сейчас мне повезло. У нас уже 2000 очков. Давайте сделаем просто огромнейший рекорд. Вот это я понимаю, ребята. Мы заняли топ-1. У нас 2300 очков. И смотрите на наше оружие. Оно просто выросло до громадных размеров. То есть, в принципе, нас уже убить довольно-таки сложно. Попробуем сделать его еще больше. Интересно, сможем ли мы вырастить нашу дубинку на полкарты? Мне кажется, нет. Мне кажется, здесь есть какие-то ограничения. Так,
Собираем бонусы дальше. И вперед! Вперед, герои змейки! Вперед, супер змейки! Да, этой игре явно не хватает способностей. Потому что одна способность ускорения — это как у Флэша только. У нас уже 3000 очков. Замечательно. О, это что за бонус такой? Подождите. А, это мы быстро бьем, я понял. Этот бонус самый лучший, мне кажется. О, понеслась, ребята. Стоять, мумия. Офигеть, как же быстро мы с вами всех убиваем. У нас уже 5000 очков. Неужели меня никто не сможет победить сейчас? Так, мистер зомби, до свидания. О, я промазал, ребята. И сколько у нас получилось очков? 6279 очков. Вау. Так, и сейчас у нас, ребята, супер игра. Мы должны побить свой предыдущий рекорд огромный. Давайте выберем вот эту мумию и зайдем. Так, все, ребята, сконцентрировались, приготовились. И мы идем на просто огроменный рекорд, просто на мировой рекорд. За мумию я еще не играл, почему-то у всех есть мечи, даже у Бэтмена есть меч. Это очень странно, конечно. О, у нас появились супер ботинки. Зомби, бьем Флэша, бьем Бэтмена, бьем зомби. Стоять, зомби, ты куда? Зомби убежал от меня. Стоять, зомби, ну же, о, отлично. Супер. Самая быстрая мумия на свете. И отлично, ребята, все, мы стали топерами. Дальше просто копим очки. Важно, чтобы мы не промахнулись. Я это повторяю постоянно, потому что здесь, если мы промахнемся, то все, все потеряно. Ого, какая лопата у зомби здесь. Так, во, все бонусы подобрали, отлично. Ничего себе, как же много бонусов я подобрал. О, зачем я вляпался в жидкость эту? Так, спокойно, Бэтмен, пока Флэш, пока зомби, пока мумия. Вот, 5000 очков, ребята. Мы скоро побьем свой предыдущий рекорд. Мне кажется, это не так уж сложно сделать. Главное здесь помнить, что нельзя промахиваться. Если мы промахнемся... Мы промахнулись! О, уходим! Уходим! Как же много здесь чувачков! Ого, их стало очень много! Смотрите, у нас уже какой большой рекорд. 7800 очков. Мы сделали это. Мы побили свой предыдущий рекорд, но... сейчас мы копим еще больше. То есть попробуем накопить 10 тысяч очков. Офигеть! 8000. Жесть. Так что видите, за мумию мы неплохо поиграли с вами. Так, суслик. Так, стоять. О, я промахнулся. Нет. Я хотел 10 тысяч очков. Но мы с вами накопили всего лишь 8500 очков. Как же это обидно. Но все равно это мой самый лучший результат пока что. Так, берем зомби и заходим еще раз. Мы с вами уже поиграли за всех персонажей здесь. Попробуем еще побить рекорд с помощью лопаты. Мне кажется, лопата здесь самое грозное оружие. Да сколько можно меня замедлять? Сразу ищем бонусы, подбираем бонусы и быстро атакуем. Вот у нас бонус. Стоять бонус. Они очень быстро бегают, эти бонусы. Видите, просто взял, убежал куда-то бонус. Нет, мумия, как-то... Как она сделала так? У нас, кстати, видите, заполняется шкала какая-то. 61%, я только сейчас заметил. Если у нас будет 100%, то мы вырастим самый огромный меч. Во, бонусы. Спасибо за бонусы. Отлично. Похоже, мы убили с вами топера. Я даже не заметил. Так, Бэтмен, подожди. Зомби, подожди. Кто тут еще у нас есть? Ага, мумия. Так, опачки, стоять. Мы замедлили случайно. Вот, нет, мумия нас убила. Бывают такие ситуации, когда ты просто ничего не понимаешь, что происходит. Враги нападают со всех сторон, а жидкость уйдет от меня. Коряемся и быстро на всех нападаем. Просто нападаем со сверхскоростью, как сумасшедшие. Мы, по-моему, кстати, когда ускоряемся, мы бессмертные, если не ошибаюсь. И у нас уже 100% почти, да? Вот, уже 100%. То есть, получается, мы вырастили с вами максимальную длину оружия. Я понял, то есть здесь невозможно вырастить оружие на всю карту, к сожалению. Хорошо, теперь я это знаю. Значит, мы будем просто делать большие рекорды на очки. Постараемся побить наш прошлый рекорд и сделать хотя бы 10 тысяч очков. Их реально становится все больше и больше, когда мы набираем все больше и больше очков. У нас уже 8 тысяч очков, и они просто приходят со всех сторон. Неужели мы не побили свой рекорд? А, вроде как побили, да? Да, побили свой рекорд, но не 10 тысяч очков, к сожалению, видите? Мне кажется, в этой игре 10 тысяч очков просто невозможно набрать. Если вы набрали, то пишите в комментарии. А на этом у меня все, ребята. Вот такая вот новая UI-игрушка. Надеюсь, вам понравилась. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И всем удачи, всем пока!